На нас очікує титульний поєдинок. Умар Саламов буде захищати свій пояс чемпіона Європи за версією WBO. Томас Адамек, боксер з Чехії, його суперник. Бачимо, однакову вагу показали боксери на зважуванні. Да, вложились в весовую категорию. Умар Саламов в предыдущем бою завоевал этот пояс. Также в его владении ранее был пояс WBO. Чемпион мира по молодежи. Но сегодня этот пояс не на кону. Дамы и господа, представляем вам следующий 10-раундовый поединок. Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в полутяжелом весе. Томас Адамек, Умар боксер из Чехии Томас Адамек. Přicházím z velmi dobré rodiny a hodiny. Vzpomínám na časy, kdy jsem školou povinný. Moje máma mi posílá lásku a svačiny. Mí vytučený zuby potřebují hodně skloviny. Vychovávat děti v téhle době není laciný. Jak Indián jsem jediný, od malička nesnáším poslouchat pokyny. Miluju záporný hrdiny, nesnáším režimy. Z hlíny a špíny stáváme tlož, stíny a splíny, srdce předlož. Já vidím to potom všechno rychle smetlo. Jsem na vrlo, jinak to nešlo. Maluju barevný oblek na metro. Byl jsem král, dneska je to retro. Furt mě to bavilo, furt jsem to vleklo. Přichází na třeba, přišlo peklo. В красную головинку приглашается боксер компании K2 Promotions Умар Саламов. Этот бой обслуживают судьи. Джулия Пирос, Италия. Юрий Копцев, Украина. Виктор Фисечка, Украина. Рефери в ринге Йорг Милке, Германия.
Супервайзер поединка Сюзанна Тост-Йор, Венгрия. Супервайзер от Украины, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов. В синем углу ринга боксер из Чехии, ему 34 года, рост 186 сантиметров. На профессиональном ринге провел 35 боев, одержал 23 победы, 9 нокаутов. Интернациональный чемпион по версии WBF из Праги Томас Адамек. Красном углу ринга боксер К2 Promotions, ему 21 год, рост 191 сантиметр. На профессиональном ринге провел 12 боев, одержал 12 побед, 10 из которых нокаутом. Чемпион мира по версиям IBO и WBO среди молодежи. Действующий чемпион Европы по версии WBO. Из Киева Умар Салама. Чотирнадцять років різниця у віці між цими боксерами. Томас Адамек колись зустрічався в 2009 році з В'ячеславом Узелковим у Києві, поступився. Зараз він володіє поясом WBF International і в своїй кар'єрі провів 35 поєдинків на профірингі. З різними результатами, ясна річ, вони завершувалися. 23 перемоги має. Дві нічиїх, ну все, решта поразки. Умар Саламов набагато менш досвідчений боксер, але амбітний. І поки що він йде так рівненько, впевнено, долаючи всіх своїх опонентів. Тож... Да, ровно 7 місяців не виступав Умар Саламов. Ну, 20 років. В 10 лет он начал заниматься боксом, когда переехал в Калининград, потом в Москву. Ну, оттуда уже его в Киев пригласил Убайс Байсангуров. Фамилия Байсангуров наверняка многим хорошо знакома. Мы знаем Заурбека Байсангурова, который проводит свои бои в Украине. Умар Саламов также сейчас является бойцом К2 Promotions и ставит перед собой самые высокие цели. Классный такой тоже техничный боксер. Очень высокий, как для этого дивизиона, 1,91 м у него рост. Это много. Томас Адамек, как мы уже говорили, бывал раньше в Украине, проиграл он Узелкову Вячеславу. Но, видим, карьеру не заканчивает, продолжает боксировать. И принял вызов Умара Саламова. Напомним, этот бой титульный, 10 раундов. Незважаючи на те, що от... Набагато старший за нього суперник Умар Саламов тут жодної поваги до авторитетів не демонструє. Йде вперед, причому йде з ударами, з таким тиском постійно на суперника. Починає з джеба традиційно, а потім продовжує або в голову правою, або в тулуб. Стоп! Стоп! І поки що ініціатива на його боці. Він вищий на зріст і теж це намагається використати. По печінці. І аперкот продемонстрував. Так от Умар Саламов урізноманітнює таким чином свої атаки. Да, для Умара Саламова, наверное, Томаса Адамека можно назвать одним из самых
таких серьезных оппонентов. Искушенный достаточно боксер, которого часто путают с Томашем Адамеком, поляком. Этот Адамек Томас из Чехии. Добре завершення раунду від Саламова. Незадоволений перебігом подій Адамек. Уже в первом раунде Умар показал свое преимущество. Если во всех компонентах. Ты должен быть уволен, а когда он начнет, не цовывай, он ты цовнешь, а он протягнет комбинацию. Он затлачит нормальный крок, Ну, бачимо, не затискайся під час його атак, бо ти робиш крок назад, він тебе починає закидати серіями, замість цього ти мусиш змішуватися і відповідати йому. Саламов 13-й по версії WBO, де у нас в чемпіонах Сергій Ковальов. Наверное, все-таки лучший полутяж на сегодняшний день. Такие ощущения, что намагается так загнать Умар Саламов своего соперника, просто его по рингу. Водить і водить, і дотискає, доводить до канатів, і там починає закидувати ударами. Саламов нокаутер, і він це демонструє зараз. А може це і тяжелий удар справа. Напомню, з 12 побед 10 у Умара Саламова досрочні. І ми бачимо, що все йде тому, що ми бачимо 11-ту досрочну побіду в виконанні Умара. Тяжелый удар у этого парня, ему всего-то 20 лет, а уже посмотрите, какой уровень он демонстрирует. Цим нокдауном, ну і нокдауном, і всім перебігом бою Томас Адамек. Да, он не ожидал этого удара, казалось бы, пребывал в защите, стоял за блоком. Вот такой правый, обводящий, где-то за ухо, над ухом прошел. И пришлось тяжело Томасу. Зараз нібито відновився, але відчувши все-таки от такий нищівний удар, вже намагається він бути більш обережним, в'язатися і, думаю, зараз робитиме він все, щоб вистояти, а це непросто. Лишь трижды проигрывал досрочно Томас Адамек. Один раз, как мы уже говорили, Вячеславу Узелкову он проиграл досрочно. Но еще можно отметить поражение от Наджиба Мухамеди. Наджиб Мухамеди – это тот самый боксер из Франции, который победил украинского полутяжа Анатолия Дудченко и заслужил право боксировать с чемпионом мира. Ну и вот повтор цього нокдауну. Так, не бачив цього удару Адамек. И в то же время, как зрячий пробивает Умар, увидел цель
и тут же туда пробил. Ну, тут спрацювало те, що не дотримався Адамик старої боксерської істини. Не відвертайся від суперника, бо можеш пропустити найцікавіше. Пропустив найцікавіше. Марсаламов живет, тренируется в Киеве. Дома бывает редко. Сам он из Ахан-Кала, Чечня. Так на відході справа, короткий такий жорсткий удар у Саламова. Третій раунд добігає до середини. Всього ж передбачено 10. Да, ну, наверное, многие привыкли, что если стоит на кону какой-нибудь титул, поединки 12 раундовые, как правило, но не всегда. Бывают поединки титульные 10-раундовые. За звание чемпиона мира, конечно, регламент 12 раундов по 3 минуты. А вот разные такие региональные пояса могут быть и 10-раундовые. Ну что, пришел в себя, похоже, Томас Адамик. Так, контратакую, але... Так, чтобы так явно, очевидно, пропустив Марсаламов, ну, не бачив я такого. И зараз от, він в своїй манері, незмінній, так планомірно і системно продовжує тиск на Адамика. Под печенью сейчас пробивает Умар Саламов. Взял небольшую паузу. Ну так, кілька навіть таких не дуже сильних ударів пройшло і від Томаса Адамика. Там в розріз. Але жодної проблеми для Саламова вони не склали. Да, Умар любит работать на контратаке, у него очень хорошая реакция и скорость. Но мы видим, Томас Адамик сейчас не очень часто атакует. Поэтому и контратак мало от Умара. Заканчивается очередная трехминутка. Прошла она более спокойно для Томаса. Но преимущество Умара, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Начинаешь детали. Але, не можешь себе пикнуть, пикни себе тетка, приду. Да, уж видишь сам, что ты видишь все трибуны, где ты там. Начинаешь утопить, это лучше. Аккурат не заспавай, не засунай. И вот такие красивые повторы. Можно разглядеть, что відбувалося насправді в ринзі. Не иди, повыцепи, а пак ты прогобщебе. Это тысячи раз пак лучше, думай. Ну так, не кидайся на нього прямо лінійно, мовляв. Каждая права и тверда. Учишься на то случай. Только плюс перед ним гаком. А не так побери. Сядь там. Раз, два, раз, два. Окей, дальше. Ну, ти, думаю, все зрозуміло. Більш серійно працювати закликають боксера з Чехії. Метр 86 рост у Томаса Адамика. Такое впечатление даже, что повыше.
Оба рослые боксеры, как для полутяжелого веса. Четкий удар справа проходит от Умара. Но на этот раз со стойкостью все неплохо у чеха. Але одразу ж зупиняється. А это четкий акцентированный удар по корпусу. И тут все намного сложнее для Томаса. Отсчитывает рефери. И похоже, это конец боя. Да. Так, не добро, встанет. Так, не встанет чех. И это очередная досрочная победа для Умара Саламова. Он защищает пояс чемпиона Европы по версии WBO. Напоминаем, он 13-й в рейтинге, где чемпион у нас Сергей Ковалев. И кто знает, возможно, он и выйдет на бой против Ковалева. Теоретически он уже имеет право боксировать с чемпионом. Ну и не подводится. Не поспішає Адамик від притями, але все-таки сильний удар. Він розуміє, що краще трошечки відлежатися, бо для здоров'я так ліпше буде. Да, ну і смотрим на повторі, як це було. Це було прекрасно. Підняв руки суперника і вжалив лівим по корпусу. І, похоже, Томас все ще чувствує цю боль. Этого острого удара. Похоже, это была область селезенки. И все, это конец боя. Ну что, для Умара Саламова это 13-я победа, 11-я досрочная. Первая защита пояса WBO European. Так, он залишается чемпионом Европы за версию Всесвітньої боксерской организации. Ну и по логике должен подниматься в рейтинге WBO. Мы уже говорили о следующем сопернике чемпиона в этом весе, по этой версии. Наджиб Мохаммеди. 25 июля будет боксировать с Сергеем Ковалевым. Ну, никто не знает, кого следующего выберет Ковалев. Михаил Михайлович Завьялов, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, которому недавно исполнилось 77 лет. Пользуясь случаем, поздравляем несменного руководителя лиги бокса. Желаем все так же быть бодрячком и санкционировать поединки, проходящие в Украине. Ждем официального оглашения результата, награждения Умара Саламова. Задоволений боксер своим выступом. Нарешті він перестав бути серйозним і зосередженим. Всі чекають Томаса Адамика, коли він вже прийде. Тим часом вирішив Саламов не гаяти часу, фотографується, теж треба. Пояс чемпіона Європи, який в руках Умара Саламова. Такий от яскравий виходить вечір боксу на Інтері. Да, праздник бокса в Черкасах продовжується. Умар Саламов защитив свій пояс і доказав, що він є одним із лучших боксерів компанії К2 Promotions.
бачили ми нокдаун, бачили нокаут. Yes. І будемо далі стежити за профі кар'єри цього боксера.